25 сентября в районном поселке Беково Пензенской области состоится традиционная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора. На этот раз она будет посвящена Дню знаний. Естественно, наш город будет принимать в ней участие. И несмотря на праздничные торжества, которые планируются у нас на эти выходные в связи с празднованием Дня города, завтра мы торжественно проводим нашу команду на эти соревнования. Мы выступаем двумя командами в школьном возрасте. В основном это учащиеся 5-11 классов, сборная сильнейших участников города. И среди студенчества наш город будет представлять многопрофильный колледж. Таким образом, три команды в составе более 60 человек представят Кузнецк на этих соревнованиях. Начало спортивного праздника в 12 часов дня, а в 12:45 будет дан старт легкоатлетам. На это мероприятие спортсмены отправятся в сопровождении тренеров отделения легкой атлетики детской юношеской спортивной школы номер 2 во главе со старшим тренером Владимиром Акатьевым. Будем надеяться, что мы попадем все-таки в тройку призеров, хотя это соревнование и как карта ляжет. Но однозначно будем желать нашим участникам удачи, победы и попутного ветра. Общая протяженность 20 этапов, которые должны пройти спортсмены, 7000 метров. Победители соревнований получат материальное вознаграждение, кубки, медали и похвальные грамоты. Призовой фонд составляет за третье место 10 тысяч рублей, за второе место 14 тысяч рублей и за первое место 17 тысяч рублей спортивного инвентаря. Всегда награждается та или иная команда, которая входит в призовую тройку. По нашим расчетам, расчетам тренеров, команда города Кузнецка сейчас не слабже стала, хотя потеряла многих лидеров в связи с поступлением в высшие учебные заведения. Но, тем не менее, команда настроена оптимистично, и я думаю, что в призовую тройку попасть нам будет трудно, но возможность есть. Спортсмены, которые представят Кузнецк на легкоатлетической эстафете в районном поселке Беково Пензенской области, едут лишь с одним настроем – победить. Хочется победить, хорошо выступить, чтобы тренер Владимир Васильевич также как-то порадовался вообще. Ну и для себя, что тренируюсь не зря. Посмотреть, как все тренируются, посмотреть, приносит кто какие результаты, ну и, конечно, выиграть своей командой. С каким настроем ты едешь в Беково? В Беково я еду с хорошим, чтобы выиграть, принести победу.